находимся в городе Цюрих, это Швейцария. Это самая популярная улица здесь. Я, честно говоря, не знаю, как она называется. Если вы посмотрите вон туда, там немножко видно воду. Да, даже чуть видно. Это большой канал, красивый. Я думаю, что Илга бы мне рассказала побольше. Don't be scared. You'll never change what's been. Привет, чувак! Встретила вот лебедя на пруду. Прудик у нас сегодня находится в городе Цюрих, это Швейцария. Невероятное небо, невероятные виды и очень-очень крутая погода, и даже живая музыка. Такая вот романтика здесь, круто. Фуникулёре, вообще вот в эту зелень нереальную. С левой стороны у нас остается центр города Цюрих. С правой стороны не такой красивый вид. Вот вся наша команда, мы все вместе сегодня путешествуем. А вот нам навстречу едет такой же поезд, на котором мы находимся. Круто! И, кстати, едет он за 100 секунд. О, тут написано 100 всех. Это про нас. Вот вы почти и прибыли. Красота. Всем привет из Цюриха и из Швейцарии. Я вот тут в гордом одиночестве практически нахожусь на одной из самых красивых точек города. Ветер развивает волосы, и сзади вот такая невероятная красотища. Сейчас еще солнышко начало светить. Вообще, очень круто. Я в восторге. Круто. Европа, красавцы. А это, кстати, за моей спиной университет. Такой вот, с таким вот скромным видом из аудитории. В общем, вот такая красота, природа, маки растут, поля, небо невероятно красивое. Это Швейцария. Я вышла из отеля, буквально прошла 3 минуты по вот этой дорожке. И теперь нахожусь вот в такой красоте, очень, если честно, похожа на Украину. Такая крутая природа, такой воздух. Но после того, как живешь в душном Дубае, было бы грех не выйти, не прогуляться здесь. Народу вообще никак. Я сейчас пишу очень активно пост ЖЖ про мое пребывание в Цюрихе, в Швейцарии. Решила поделиться, показать, в какой атмосфере я это делаю. За моей спиной и надо мной лес. И в гордом одиночестве сижу на красной лавочке вот с таким вот видом на швейцарские, цюрихские просторы. Красивенное небо. В общем, вообще, что еще нужно для счастья, я не знаю, ребята.